ничего не предвещало беды, но вдруг Марла и Чарли активируют телепортатор. Магический луч уменьшает героев в размерах и переносит в страну Playmobil Field, где, став игрушечными, они попадают в разные участки загадочной планеты. Мальчик становится белокурым викингом, и его похищает местный злодей, который поработил волшебный и прекрасный мир конструктора. А вот молодая, симпатичная девушка Марла и представить себе не могла, какое увлекательное путешествие ей вскоре придется пережить. Девушку подбирает бородатый водитель летающего фургона Дел, за которым охотятся шпионы. Далее Марла познакомится с харизматичным секретным агентом Рексом Дэшером, а также милым, но очень невезучим роботом и эксцентричной феей. По мере развития событий, герои поймут, что невзирая на трудности, встречающиеся на пути, необходимо продолжать верить в себя и в дело, которым ты занимаешься. В поисках брата герои преодолеют расстояния, которые насыщены приключениями. В путешествии они отыщут магический артефакт, способный управлять временем, они окажутся на пиратском корабле. На арене амфитеатра их занесет в сказочный дворец, где находится сокровище королевы. Они будут сражаться против наемников. За ними будут охотиться ковбои. Я щедро заплачу. Золото. Дело дрянь. Солдаты императора и неуловимые агенты разведки. Сможет ли Марла добиться того, чтобы вернуть домой своего непутевого брата? Через что придется пройти Марли и чем завершится это эпичное путешествие, мы уже узнаем очень скоро. Playmobil фильм. Да выпускайте монстра! Он идет! Скоро!